субботу, 9 сентября, пройдет 79-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. Соревнования будут проходить на стадионе «Энергия» в Чебоксарах. Эстафета «Советской Чувашии» – одно из самых заметных событий в спортивном календаре республики. По охвату участников она твердо входит в первую тройку наряду с лыжней России и кроссом нации. Ожидается, что на старт заключительного этапа 9 сентября выйдут свыше 300 эстафетных команд, чтобы определить сильнейших в 13 группах. Торжественное открытие спортивного праздника начнется в 10:00, забеги в 10:30. Планируется, что соревнования состоятся при любой погоде.